Федор Владимирович, ну вот и еще одна спецоперация, так называемая, намечается. На этот раз президент Турции буквально недавно объявил о том, что и анонсировал старт спецоперации на севере Сирии. Об этом сообщает турецкое агентство Анадолу. И начинается, я процитирую, новая фаза формирования зоны безопасности на 30 километров вглубь от границы с Турцией. Об этом сказал Эрдоган. Как вы считаете, почему именно сейчас Эрдоган тоже решил проводить какие-либо операции на этих территориях? Этот сигнал? Кому? Да. Я думаю, что в данном случае это сигнал, не всякого сомнения, Путину. И даже это не сигнал, это возможность, которую воспользовалась Турция для того, чтобы усилить свое влияние в том регионе, где Российская Федерация пыталась установить свое господство. Поэтому я думаю, это удачное стечение обстоятельств для Турецкой Республики, для турецких вооруженных сил, которые могут, пользуясь тем, что Российская Федерация и ее вооруженные силы, скажем так, увязли в Украине, они пытаются сейчас переделить сферы влияния, в том числе за счет сфер влияния Российской Федерации. Для нас это, я считаю, очень мало, потому что Турция демонстрирует союзнические отношения именно к нам в данном конкретном случае.